Сегодняшний доклад, посвященный философии сознания, будет связан с двумя вопросами, тесно связанными. Первый вопрос будет связан с тем, с прояснением терминов, да, будет связан с тем, как понимается феноменология. И второй вопрос будет связан с тем, как в связи с прояснением терминов, да, которые мы используем в нашем исследовании сознания, как правильно поставить вопрос о субъекте и из него вывести логическим путем постановку вопроса о бессубъектной онтологии. Ну, собственно, давайте начнем с терминов. Первый вопрос – это о том, что такое феноменология. Мы не будем касаться всех подробностей. Остановимся на том, что феноменология, в отличие от метафизики, занимается феноменами, да? Феномен. И основным термином для феноменологии является термин «феномен». И вот здесь возникает определенного рода коллизия. Если мы рассматриваем традиционное, классическое различение терминов, ну, скажем так, как оно используется в классической немецкой философии, то мы наблюдаем следующее употребление терминов, например, на которое встречается у Канта. Кант различает явление и сущность. Не и сущность. И разница состоит в том, что всякая сущность, Кант и Гегель об этом постоянно говорят, она выражает в себе явление. Причем к сущности относится идея, да? Идея. Идеальность. Идеальность. К явлению относится чувственная данность. Проявленность. И, собственно, подразумевается, что всякая сущность проявляется в явлении. Да, она как бы дает себя чувственно. Да, вот, метафизически это выглядит следующим образом, что вот есть некое целое, которое само по себе нам недоступно. Но это целое, на это целое направлены наши способности. И оно, это целое, является, и к нам является в виде некоторых проявлений, да, которые связаны при соприкосновении этого целого со способностями. Мы как бы наблюдаем некоторое явление этого целого. То есть это целое проявляет себя в каких-то вот моментах, да? То есть единство, некая идеальная идея проявляет себя в нашем вечном мире, в чувственном мире, вот в виде каких-то явлений, да, в виде каких-то напечатлений этой идеи. Это такое различие самой идеи и явления, оно идет от Платона, да, как бы, и в принципе это вся метафизика классическая, она опирается на это различие, на различие явлений и сущности. Сущность, как нечто идеальное, проявляет себя, являет себя в явлениях. Она в явлениях себя как бы дает. И всякий раз, когда мы видим некоторое явление, мы можем за этим явлением усматривать сущность. Но самое главное, что сущность – это есть нечто, что мыслится. А явление – это есть нечто, что воспринимается. Чувственно воспринимается. Иначе говоря, различие явления и сущности есть, проходит по линии различения наших способностей, а именно чувственного восприятия и мышления. Так вот, когда мы переходим к феноменологии, мы не можем опираться на вот это вот различение. Почему? Потому что феноменология, в принципе, исследует саму реальность. То есть вот это вот то, что мы говорим о явлении, это есть нечто реальное, то, что нам доступно, да, то, что выступает как нечто достоверное. То, что за этим явлением стоит сущность, это на самом деле составляет некоторую метафизику. Да, это некоторая предпосылка, которая сама по себе требует обоснования. В классической философии такая предпосылка является как бы самоочевидностью, да, она не обсуждается. Но в феноменологии эта предпосылка ставится под вопрос. О чем здесь идет речь? Мы говорили о том, что
когда что в опыте, и опыт здесь выступает важной составляющей, мы наблюдаем какие-то явления, да, скажем так, явления. Для того, чтобы различить явление и феномен, для того, чтобы здесь не получилось некоторой тавтологии, мы вместо слова «явление» употребляли другие термины, а именно «симптомы» и «следы». И «следы». Иначе говоря, в опыте сам феномен, ну, какой-то сложный феномен, например, феномен сознания, он не дан полностью, да, вот есть некий феномен сознания. То есть есть некая реальность. Когда мы говорим о феномене, мы всегда говорим о некой реальности. Вот некая, есть некая реальность. Реальность. Например, феномен сознания, да? Феномен сознания. Но он сам по себе не дан. И он, ну, но он, когда мы направляем, когда мы его исследуем в опыте, дан в каких-то вот проявлениях, да, и в каких-то симптомах или каких-то следах. И мы по этим следам, вот это след 1, там, след 2, или, там, или симптом 1, это симптом 2, симптом 3, и мы по этим симптомам, которые сами даны, восстанавливаем изначальный феномен. Казалось бы, здесь вот картинка одинаковая. На самом деле здесь то, что является подусловлением, то, что стоит за феноменами, представляет собой некую идею, да, и мы его только мыслим. Только мыслится. Мы его только мыслим. То есть вот эта вот целая идея или сущность, она только мыслится. И вообще вся классическая философия пронизана тем, что как бы вот истина, да, она может быть только дана мышлению, собственно, как бы весь мир, и истинная картина мира, она дается только со стороны мышления, да, со стороны сущности. То в феноменологии, собственно, тем, той феноменология пытается пойти, выйти к самим вещам, да, и той реальностью, к которой она пытается выйти, да, вот представляется вот этот сконструированный феномен, который восстановлен по следам или симптомам, которые проявлены. Вот есть некие проявления, да, и мы от этих проявлений восходим к самой реальности. И поэтому, когда феноменологи используют термин «феномен», его нельзя путать с тем термином, который употребляется в классической философии, как «явление». Да? Феномен и явление – это существенно разные термины. Явление соотносим с понятием сущности, а феномен соотносим с понятием симптомы или следы. Можно ли симптомы или следы назвать эпифеноменами? Да, вот есть такой термин – эпифеномен. Эпифеномен. То есть они на самом деле являются, не являются самостоятельными феноменами. То есть феномен, например, феномен сознания является чем-то самостоятельным, но он проявляется в эпифеноменах. То есть феномен, который но не является уже самостоятельным, да, который просто указывает на другой феномен, лежащий в его основании. Да. Вот и эти эпифеномены, или мы называли их симптомы и следы, а мы по ним восстанавливаем изначальное некое единство исходного феномена. Либо, если мы это восстановление сделать не можем, мы можем задаться вопросом, а существует ли такой феномен. Да? Мы постоянно в наших исследованиях задаемся вопросом, существует ли такой феномен, как феномен сознания. Вот это вот различие, вот здесь можно сказать, что здесь есть здесь метафизика, да, и вот, а здесь феноменология. Вот это различие феноменологии и метафизики, оно существенно, как я показал, вот именно со стороны термина. Дело в том, что в метафизике уже даже в изначальную постановку вопроса входит некая предпосылка. Это предпосылка, что мир разбивается согласно нашим способностям. Что, вот, что существенное различие мира, а именно различие явлений сущности, соответствует различению наших способностей, способностей мышления и чувства. Вот эта вот предпосылка, как бы она подвергается сомнению, и феноменология начинает с того, что она пытается выйти к самому феномену. Вот он, самое главное, вот постигнуть феномен. Но феномен может быть неким сложным, сущим, да? К нему надо еще пробиться. Он, но он, да, вот в каких-то вот симптомах и следах. И может по этим симптомам и следах, и следам уже восстановить самый исходный феномен. Да? Конечно же, это восстановление требует мышления, но тем не менее, ведь речь идет о некой реальности. А здесь речь идет только об идее. Конечно же, всегда всегда метафизика говорит о том, что эти идеи, они как-то существуют, и метафизика Платона
и Аристотель, и Гегель, все они говорят о том, что мышление реально, да? Что мышление в своих идеях, оно на самом деле мыслит реальность. Но если продолжить вот это вот развлечение явления и сущности, то на самом деле оно заводит в такие тупики, в которые уперлась философия Гегеля. Но мы сейчас это обсуждать не будем, вот мы просто ввели первое различие. Да? Это различие феномена и явления. Поэтому в дальнейшем мы будем феномен употреблять только в смысле феноменологии. То есть феномен это не есть явление. Более того, можно говорить о том, что феномен проявляет себя. Да? То есть он выступает в явлениях, то есть или в этой феномен. Это уже вопрос выбора терминологии. Мы вот делали такое различие, как различие актов и интенций. Мы говорили о том, что субъект направлен на объекты. Да, вот субъект-объектное различие наше стандартное. Это направленность, это активность, это вот активная позиция, да, активная позиция. Как она выражается? Она выражается в актах мышления, акты мышления, акты восприятия, акты представления. На самом деле, для того, чтобы продолжать разговор, для того, чтобы постоянно не скатываться и не в поиске, ну, новых каких-то способностей, дело в том, что способность восприятия разбивается на многообразие способностей. Это и представление тоже можно разделить на различные способности. Достаточно, на самом деле, две способности, которые мы будем в дальнейшем исследовать. Поэтому мы выберем для этого две существенно различные способности. Это способность мышления и способность восприятия. Да? И будем в дальнейшем постоянно говорить о них. Да? Потому что для того, чтобы показать, что способность не одна, а способностей много, способности, да, достаточно указать на две способности. И вот мы говорили о том, что есть акты мышления и акты восприятия, да, и до сих пор мы постоянно акты иногда считали, что акты являются синонимами слова интенция. Мы считали, что акты направлены на объект, да, когда мы вот так рисовали, тут активность, что субъект направлен на объект, вот есть некая активность субъекта, направленного на объекта, да, эта активность проявляет себя в актах, и вот эти акты, собственно, есть интенция. Но на самом деле это был предварительный разговор, да, не совсем точный, потому что на самом деле акты не направлены на объекты, а акты связаны с объектами. Акты связаны. Связаны с объектами. Вот это вот связанные, это означает, что акты не направлены на объект. Дело в том, что если считать, что акты есть интенции, то тогда получается, что у нас ровно столько интенций, сколько видов актов. То есть все акты, интенции различаются согласно тому, какие существуют виды актов. Это первый разговор. Второй разговор, непонятно, куда тогда поместить внимание. Да, вот если так, у нас есть такая способность внимания, да, внимание. А внимание сразу возникает как бы вот интуиция, что внимание как раз связано с интенцией, да? Что такое внимание? Или обратить внимание, да? Это значит направить свои способности на нечто, что привлекло внимание. Если говорить о том, что интенция связана с вниманием, если, собственно, внимание и представляет собой интенцию, то тогда акты они нечто другое, потому что акты не похожи на внимание. И следует как бы различить акты и интенцию. И мы говорим, что акты связаны с объектами в том смысле, что каждой способности соответствует свой предмет. Да? Вот мы постоянно говорим о том, что каждая способность соответствует свой предмет. Иначе говоря, вот если мы говорим, например, о мышлении, то смысл или мысл есть смысл, есть предметы мышления. Да? И получается, что есть мышление как акты или как деятельность, да, тут вот можно говорить акты или деятельность, да. Есть мышление как деятельность, есть мышление как предмет, да. Мышление, иначе говоря, различие актов и
предметов, на которые акт направлен, есть различие между деятельностью и предметами этой деятельности. Да? И вот это вот различие, оно не связано с направленностью, оно скорее связано вот с тем, что каждая способность соответствует своему предмету, оно связано с некой однородностью, с отнесением внутри вот сферы мышления, да, вот есть сфера мышления или там сфера восприятия, сфера мышления. Ну, в каждой сфере есть и акты, да, тут чувственные акты и чувственные предметы, да, а здесь это мышление как акты и предметы, соответствующие мысли, да. То есть, иначе говоря, каждая сфера проявляет себя двояко. И проявляет себя как действие или как деятельность, и проявляет себя как некий предмет, как некое это же действие или деятельность, зафиксированное как нечто как бы стабильное, нечто стационарное. Иначе говоря, есть динамическая составляющая мышления, да, это акты, да, и есть статическая составляющая мышления, это объекты, на которые эти акты направлены. И вот это различие актов и интенций, оно существенно для дальнейшего разговора. Вот оно здесь вводится. Здесь также еще следует заметить, что вот с этим различением актов и интенций связано также различение субъекта. Да, вот какие виды субъектов мы можем ввести? Мы говорим о том, что субъект направлен на объект. Да, это вот активность. В этом проявляется активность. В таком аспекте субъект берется в классической философии Канта и Гегеля. Да? Но в то же время у них также субъект представлен, это вот первое определение субъекта. Теперь мы будем говорить об определении субъекта. А второе определение субъекта, когда субъект воспринимающий выступает как пассивное начало. Когда объект вступает в сферу субъекта, и субъект его принимает. Это вот пассивность. Ну, пассивность не в том смысле, что субъект здесь ничего не делает. А когда субъект воспринимает некоторый объект, он на самом деле активен, потому что восприятие всегда активно. Другое дело, что если здесь активность, она, например, у Канта понимается формообразующей, то есть здесь формируется предмет, который потом будет постигаться, который потом будет восприниматься. Который потом будет приниматься внутрь. То есть вот эта пассивность, она связана с тем, что принимание. Есть некое принимание. Принимание, свидетельствование. Ну и констатация. Иначе говоря, вот есть как бы вот пассивность в кавычках, потому что субъект всегда активен, да? Тут активность, она... Настоящая активность, собственно, она может даже пониматься как в Канта формообразующая активность, а здесь вот пассивность в том смысле, что после того, допустим, вот как у Канта происходит, давайте рассмотрим отдельно кантовскую ситуацию. Кант, да, как у него происходит. Смотрите, субъект направлен на объект, причем направлен на активно, формообразующий, да? И что происходит с объектом? Объект превращается, как бы он становится вещью в себе, ну, точнее, нас лучше говорить так, он расслаивается. И на явление, да, вот здесь вот возникает явление. Явление. И, собственно, как бы вот уже явление, уже есть нечто ставшее, да, вот этот объект еще, на него были направлены активность субъекта. Явление как ставшего, оно уже воспринимается, да. Вот как бы разговор идет о том, что вот уже в явлении уже нет никакой здесь активности, да, явление просто уже постигается, как оно есть. Постигается. Или воспринимается. И всегда происходит такое движение. Сначала сознание набрасывает свои формы на мир, да, потом потом этот мир, как уже оформленный, да, уже как бы да, уже данный нам как явление, он уже постигается и воспринимается как бы пассивно. Да, в этом уже наши формы не участвуют. Это можно понимать, я разделяю две этих стадии на. Их как бы различают. И на самом деле эти стадии, они существуют в одном простом отношении субъекта и объекта. Да? Субъект одновременно оформляет реальность, да, в явлении, и тут же ее как бы оформляет, тут же ее постигает. Оформляет
и постигает. Ну, это вот Кант. Но если мы не говорим о явлениях, да, если мы не говорим о вещах в себе, просто элиминируем такую предпосылку от вещи в себе, то тогда просто возникает простая картинка. Субъект активно направлен на объект и одновременно также и пассивно их постигает. Да, вот это вот две возможности введения субъекта. Вот они даны. То есть здесь возникает два субъекта. Первый – это субъект, собственно, активности, да, вот тот это познающий субъект, и второй субъект – это субъект-свидетель. Мы говорили о том, что вот эти два субъекта, они, мы различали два термина. Субъект акта. Потому что вот в этой активности субъектов, он направлен на объект, и вот он выступает в виде активности, вот в виде каких-то актов. Да? Субъект актов мы различали. И различали субъект проживания. В другой терминологии мы его называли субъект-свидетель. То есть, потому что этот субъект проживания или субъект-свидетель, собственно, вот эта его пассивная его сторона, она состоит в том, что субъект не является субъектом актов, он не генерирует никакие акты, он просто как бы выступает вот как бы свидетельством, выступает вот неким постигающим, постигающей инстанцией. Вот два способа, каким вводятся субъекты. Два способа понимания субъекта. Дело в том, что субъект актов как понимается? Субъект актов вводится как причина акта. Да, это вот введение субъекта как причины или источника акта. Мы говорили просто о том, что феноменологически нам дано сама деятельность акты, да, и объекты, на которые эти акты направлены. Вот то, что нам дано феноменологически. А сам субъект нам не дан. Субъект не дан, он только премысливается. Субъект премысливается. Почему премыслиться? Потому что мы понимаем, что если есть акты, да, которые направлены на объекты, должна быть причина этих актов. Сама причина этих актов не дана сразу, да, потому что все акты направлены на объекты. Мы говорили о том, что вот есть вот эти вектора актов, да, и эти вектора всегда структурированы тем способом, что все всегда вектора направлены на объект. Для того, чтобы субъект был в таком изображении дан, необходимо, чтобы этот акты могли быть направлены на самого субъекта. То есть способ, каким субъект может достигнуть самого себя, есть способ только через акты. То есть, иначе говоря, должна быть возможна такая вещь, которая в классической философии называется рефлексией. Ну, давайте разберемся с этим вопросом. Что такое рефлексия? Мы сейчас разбираемся с тем, что представляет собой субъект акта. Почему субъект актов не дан. Вот все, что нам дано, это акты и объекты. Да? Вот так мы говорили о векторах интенции. Но на самом деле говорить интенции, как мы теперь понимаем, это было преждевременно, потому что слово интенция мы оставили за вниманием, поэтому будем говорить об актах теперь исключительно. Поэтому вот есть акты. Акты связаны с объектами. Акты не направлены на объекты, как вот здесь нарисовано, да, а акты с ними связаны. В чем различие направленности и связанности? Это различие можно понять из того, как мы понимаем внимание. Да, вот внимание на что-то направлено. Да, внимание что есть такое? Внимание мы различаем в сознании фокус как бы, и периферию. Да? И вот внимание это и есть фокус. Внимание это некая интенсивность, которая собственно, фокусирует сознание в некоторой какой-то локальной области, да, и высвечивает эту локальную область в максимальной интенсивности. Да, вот, но есть периферия, которая как бы тоже есть, которая тоже есть в сознании, но тем не менее она выведена как бы за скобки. Да, мы концентрируем на чем-то внимание. Вот эта вот концентрация внимания, да я это внимание может вот по этой вот по сфере сознания, оно является неким
начало, которое может перемещаться. Да, мы можем внимание переключать с одного на другое. Причем вот эта вот сфера сознания, в нее включено все возможные содержания, которые доступны сознанию. Да, это и восприятие, и мысли, и воображаемые объекты. Все, все возможные объекты и все возможные акты как бы включены в сферу сознания. То есть сфера сознания — это есть все, что есть для сознания. То есть, как мы говорили, что вне сознания ничего нет, вне сферы сознания ничего нет, сфера сознания, она покрывает полный, сфера сознания равносильно сфере возможного опыта. Так вот, акты направлены на объекты, и мы понимаем, что есть причина акта. Вот мы эту причину акта пока обозначаем причина. Или источник акта. Причем само требование существования такой причины источника есть некое методологическое требование, опять же, опирающееся вот на метафизическое представление, да, реальности, связанное с тем, что всякому действию должна соответствует некоторая причина. У всякого действия есть причина, да? Ну и естественно эту причину или источник назвать субъектом. Да? И для того, чтобы до этого субъекта добраться, нет никаких других способов, кроме как совершить некий акт. И вот способ, каким мы можем добраться к субъекту через актов, и называется и рефлексией. Да, вот есть субъект, пока проблематический, и, собственно, субъект должен направить свои акты на самого себя. Да? Вот это называется рефлексией в классической философии. Предполагается, что такая рефлексия возможна, да, что акты могут быть направлены куда-то, да, поскольку предполагается, что такой субъект каким-то способом другим дан. Ведь для того, чтобы это могло состояться, должно быть выполнено два требования. Да. Первое требование. Субъект, вот этот, да, должен быть дан. Да? Для того, чтобы акты имели возможность быть направлены, акты всегда направлены на некий объект, для того, чтобы акты могли быть направлены на субъект, субъект должен быть тоже представлять собой некоторый объект, должен быть дан, то есть он должен состояться как некоторый объект. То есть, когда совершается рефлексия, то субъект берется как объект, а он ставится как бы в сферу объектности, да, и, собственно, акты двигаются в направлении субъекта как объекта и его достигает, и фиксирует, да, что вот субъект таким способом дан. Это первое условие. А второе условие связано с тем, что даже если субъект как-то не дан, то тем не менее акты могут схватывать акты, да? Вот либо субъект, иначе говоря, либо субъект должен быть дан как некоторый объект, либо акты должны схватывать акты. Ну, в данном случае акт должен схватывать сам себя. То есть, иначе говоря, вот у нас есть некая причина актов, акт продолжается, да, движется и схватывает сам себя, да? И схватывание самого себя, как бы если вот просмотреть эту как некую так веревку, да, как бы там, вот можно скользить, схватывая самого себя, ухватить, так сказать, себя как субъект. То есть можно двумя способами понимать, каким образом осуществляется рефлексия. Либо рефлексия осуществляется тем способом, что субъект может быть дан как объект, то есть субъект может быть гипостазирован, да, то есть дан как объект. Это первый способ, а второй способ, когда акт схватывает сам себя. На самом деле и первое, и второе проблематично, потому что если субъект является, опять же, некоторым объектом для самого себя, то в этом возникает некое противоречие, потому что здесь возникает следующего рода смысловой круг. Смысловой круг состоит в том, что субъект для того, чтобы достигнуть самого себя, должен заранее себя знать. А как он себя заранее знает, если все его знание, оно на самом деле возникло из актов?
Иначе говоря, вот представим себе ситуацию как бы вот нулевого знания, да? Есть ситуация нулевого знания. Но в этой ситуации нулевого знания субъект свои акты направил на объекты. Ну и начинает постигать эти объекты. Не случается ведь так, что среди прочих этих объектов он вдруг встречает такой объект, как он сам, как самого себя. Да? Почему такое не случается? Потому что если субъект заранее дан, то означает, что рефлексия не нужна. Потому что среди прочих объектов субъект встречает такой объект, как он сам. То есть рефлексия, собственно, как бы не есть способ, каким акты направляются на самого себя. То есть, иначе говоря, если среди объектов встречается такой объект, как субъект, то рефлексия, такой вещи, как рефлексии, нет. Рефлексия является тогда просто ложным словом, потому что все сводится к актам. Да? И тогда бы на самом деле не получилось бы так, что субъект бы, найдя среди прочих объектов самого себя, бы понял бы это, что это и есть он сам. Каким образом? Ведь для того, чтобы субъект понял, что тот объект, который он нашел, является он сам, он должен понять его как причину. Он не может на самом деле, встретив самого себя, среди прочих как бы вещей, да, как вещь среди вещей, понять, что этот вещь, собственно, является причиной акта. Для того, чтобы понять, что эта вещь является причиной актов, он должен вот совершить вот этот акт рефлексии, да, этот специфический акт, направленный на самого себя. Но если этот специфический акт, направленный на самого себя, совершается до того, как субъект знает самого себя, то откуда знает он, куда направить свою рефлексию? Откуда знает, где на самом деле лежит вот это вот «я»? Ему, для того, чтобы направить на себя некоторые усилия, да, вот не совершить какой-то акт рефлексии, необходимо уже знать, куда его это усилие направлять. То есть здесь, я говорю, возникает ситуация смыслового круга. Либо, если субъект встречается среди прочих объектов, то тогда возникает странность, что даже встретив самого себя, он не поймет, что на самом деле это он сам. Почему? Потому что он должен понять самого себя как и причину акта. Потому что он поймет самого себя как субъекта только в том случае, если он поймет себя как причину акта. А понять он это может только совершив акт рефлексии. Но вот для того, что, совершая акт рефлексии, он не может его совершить, поскольку как бы он не знает, куда направить свои усилия. И тогда возникает вот эта вот картинка, да, что на самом деле акт может попытаться схватить самого себя. И в этом самосхватывании, да, высветится на самом деле, что есть вот некий источник или причина акта. Но опыт самосхватывания, он на самом деле невозможен. Да, вот у Декарта вроде как получается, что этот опыт возможен. Да, и вся классическая философия на самом деле настаивает на том, что этот опыт возможен, что акт может схватить самого себя. Но вот эта вот ситуация, как бы вот самосхватывание акта, она невозможна. Да, и вот, собственно, феноменология начинает с того, что акт сам себя схватить не может, да, что акт всегда схватывает некий объект, а акт не может себя предметить. Иначе говоря, деятельность не может схватить деятельность. Да? И вот если деятельность не может схватить себе деятельность, и вот у нас было две возможности, каким способом субъект может за себя достигнуть, либо с помощью взять себя как объект, либо как бы вот акт схватывает акт. И обе ситуации провальны, и поэтому рефлексия в том понимании, как она формулируется в классической философии, она невозможна. Но тем не менее, в классической философии вот, говорится о рефлексии, и получается, что вроде как в классической философии эта рефлексия возможна. В каком смысле? Для этого надо пояснить второе понимание субъекта, да, вот то, о котором мы говорили, как о субъект проживания. Да, вот есть некий опыт, специфический опыт, опыт проживания себя, проживания бытия, проживание времени, да, этот опыт описывается по-разному, он состоит в том, что мы можем в неком внутреннем опыте, безотносительно каких-либо актов, просто как бы находясь как бы во времени, протекая во времени, вот об этом Гусель говорит об этом, как о сознании внутреннего времени, да, вот сознавать и проживать некоторый опыт. Да, вот, без всякого рода акта. Просто как внутреннее проживание, что-то типа вроде медитации. Любой человек это может проделать. Мы его обозначали, пускай это будет субъект 1, вот мы его обозначали как субъект 2. Да?
Это некоторый такой опыт, внутренний опыт. И вот этот внутренний опыт проживания субъекта на самом деле классическая философия и выдавала за ту картинку, которую я рисовал, когда акт схватывает акт. Да? Акт схватывает акт. То есть когда акт схватывает самого себя. Вот это вот внутреннее проживание, это в средневековой философии этот опыт назывался actus purus, да, чистый акт, чистое схватывание. Да, когда вот это вот схватывание, оно происходит через объекты, а здесь нет никаких объектов, да, здесь просто вот некоторый внутренний опыт, такой опыт самосхватывания. Опыт самосхватывания, да, опыт самосхватывания. И вот этот опыт самосхватывания классическая философия выдавала именно за опыт, когда акты направлялись на сами себя. Дело в том, что в классической философии субъект 1 и субъект 2 – это один и тот же субъект. Да? И поэтому, собственно, вот проблема, о которой я говорил, проблема, связанная с рефлексией, она отсутствует. Но мы, как бы вот и собственно, все начинание исследования сознания, феноменологическое исследование сознания было связано с различением этих двух субъектов, поэтому вот эта вот формула, она как бы неверна, да, и мы пытались все это время это доказывать. Или, иначе говоря, лучше говорить так, что есть два способа введения субъекта. Субъект как субъект проживания, или субъект-свидетель, субъект как субъект активный, как субъект вот, актов, направленных на объекты. Да? Эти два способа введения субъекта, они различны, да? Они различаются самими контекстами своего введения, они различаются опытом, в котором эти субъекты себя проявляют. И классическая философия должна теперь как бы, вот, озаботиться и доказательством того, что субъект 1 есть равен субъекту 2. Потому что если это не сделано, то тогда мы имеем полное основание говорить о том, что это субъекты разные, да? Пока не доказано обратное. Пока не доказано обратное, мы можем говорить о том, что субъекты разные. А если субъекты разные, то субъект 1, а именно субъект актов, который примысливается это к актам, да, он не дан. Он никак не дан. Не дан. Он только примысливается. А субъект 2, он дан, собственно, вот это вот данность субъекта 2. Это вот данность субъекта проживания. В общем, мы даже рассматривали философию Хайдеггера и говорили о том, что, собственно, философия Хайдеггера, она вот как бы и находится вот в этом различении субъекта. Да, вот Хайдеггер занимается вот субъектом, да, это субъект проживания или субъект переживания. Да? Вот, собственно, как бы вот дизайн это вот и есть опыты вот этого субъекта, субъекта 2. А субъект объектное различие или субъект активный, да, это вот как раз классическая философия. Но в классической философии нельзя говорить о том, что там только субъект один, да? Потому что на самом деле там просто есть неразличенный субъект первого и второго, да? Субъект один не дан, он не дан только для нас, да? Вот когда мы это различие сделали. И вот если субъект один не дан, если субъект актов не дан, то возникает вот интересная проблема, связанная с субъектом. Смотрите. У нас получается, то есть два способа введения субъекта. Первый способ введения субъекта, связанный с актами, он не дан. То есть субъект один, да, не дан. Но более того, на самом деле, поскольку количество актов много, он расщепляется на, в общем случае, на множество субъектов. В соответствии с тем, как расщепляются акты. Акты, мы говорили, ну, например, различаются акты восприятия и акты мышления, и, собственно, субъект тоже разбивается на субъекты актов восприятия и субъекты актов мышления. Это первое, да, субъект расщепился. Ну, он не дан, и еще к тому же он какой-то множественный, да, это первое. Второе. А теперь мы обратимся к субъекту-свидетелю. Мы говорили о том, что субъект проживания – это и есть я, да, вот субъект-свидетель. А субъект 2 – это я, субъект-свидетель. Но на самом деле субъект-свидетель не может быть субъектом актов, да, по своему введению, ну, потому что это субъект пассивный, субъект воспринимающий. То есть субъект 2 – не субъект актов. Да? То есть он не является субъектом мышления, допустим, мышления и восприятие. Это первое. Да? То есть мы сразу говорим о том, что это некоторый своего рода специфический субъект. Да? Второе. Может ли этот субъект 2 быть субъектом сознания?
сознания. Вот здесь возникает дилемма. Эта дилемма связана с тем, что мы можем пойти двумя путями. И, собственно, история философии пошла двумя путями. Вот этот субъект проживания может быть понят как субъект, ну что значит субъект сознания? Это означает причины сознания. Может ли он быть причиной? Причиной либо источником? То есть можно ли его понять? Да, пусть он не является причиной источника фактов, но мы говорили о том, что сознание не является актами, да? Сознание, почему сознание не акт? Потому что акты связаны со способностями. Акты связаны со способностями, которые, соответственно, в свою очередь связаны с предметами. А сознание не является способностью. Сознание. Это не способность. Почему? Потому что у сознания нет специфического предмета, который ей соответствует. Мышлению соответствуют мысли или смыслы, восприятию соответствуют, соответственно, чувственные предметы. Ну, каждому отдельному способу восприятия соответствуют свои отдельные предметы, скажем. Слуху соответствуют звуки, вкусу соответствуют вкусовые впечатления, там, осязанию соответствуют свои впечатления, да, там, теплого, холодного и так далее. Ну, зрению соответствуют зрительные образы. Иначе говоря, каждая способность соответствует свой предмет. А у сознания вот такого специфического предмета нет. Это с одной стороны. Нет специфического предмета, да? А с другой стороны, как бы, да, вдогонку, возникает, что любой предмет любой способности является как бы предметом сознания. Может выступить предметом сознания. На самом деле, вот эта вот характеристика, она очень важна. Она будет важна с тем, как мы различим, что такое предмет и что такое объект. Вот, связано с различием предмета и объекта. То есть мы сейчас как бы вот это различие, это введем, давайте введем это терминологическое различие, чтобы двигаться дальше. Что мы называем предметами? Предметами мы называем, вот, например, говорим, предмет философии, да, или там предмет психологии, или школьный предмет, да. Предметами мы называем нечто, что высвечивается неким способом. Вот есть некий способ. И когда мы используем этот способ и высвечиваем нечто, да, вот то, что мы высвечиваем, называется предметом. Что соответствует философии способа? Ну, способности. Да, вот у субъекта есть способности. Способности. Это способ. Способности – это те способы, каким субъект высвечивает реальность. Да? Вот он как бы направляет свои способности на реальность. И каждая способность соответствует свой предмет. Свой предмет у каждой способности. Точно так же, когда мы говорим это предмет философии, что такое предмет философии, чем отличается, допустим, от предмета психологии. Да? То есть психология, она имеет определенно свои способы подхода к изучению такого феномена, как, допустим, как мышление. Да? А философия имеет свои способы подхода к такому феномену, как мышление. И эти предметы различаются. То есть предметы – это некоторые аспекты, если можно так сказать, аспекты. Аспекты предмет – это аспект реальности, который высвечен определенным способом. Иначе говоря, главным здесь является, что вот есть некий способ, каким мы высвечиваем данный аспект. Вот, например, в физике есть некая установка, можно сказать, установка. Вот есть некая установка, да, на то, что требуется высветить, то, что является для физики существенным. Что физика считает в подходе к реальности существенным и важным. Да? Что считает математика, что считает философия, психология и так далее. Каждый предмет, оно высвечивает, каждая дисциплина высвечивает свой предмет исследования. Да, собственно, так же каждая способность человека, она высвечивает свой предмет исследования. А что же тогда такое объект? Да? Вот мы говорили, что у сознания она не имеет никакого специфического предмета. Так,
Что высвечивает сознание? Да, вот сознание как раз и высвечивает объект. Оно как раз и высвечивает объект. Правильно было бы здесь написать, что субъект, да, вот здесь хочется написать субъект, высвечивает объект. Но мы вот это вот субъект дальше поясним. Пока как бы просто, это на самом деле здесь то, что сознание высвечивает объект, тут есть некоторый уже вывод, да, из некоторого рассуждения. Но пока как бы доверимся этой интуиции, вот сознание высвечивает объект. Чем отличается объект от предмета? Дело в том, что объект является чем-то синтетическим. А что значит синтетический? Предмет ведь тоже может быть многообразный, различен. Допустим, даже в одной способности, допустим, в способности видения, да, как бы предмет может быть там разнообразно, красочно как-то разрисован. Да, он, то есть он может иметь разнообразие даже внутри одной способности, не говоря уже о том, что между способностями. Чтобы это пояснить, надо на самом деле вспомнить, что мы говорили о сознании. Мы говорили, что сознание представляет собой нечто пространственное. Да? Причем оно является пространственным, да, вот мы рисуем сферу сознания. И оно является таким пространственным, что внутри этого пространства одновременно присутствуют и чувственные предметы, и акты, и интенции, и мысли и смыслы. Мысли, смысл. Иначе говоря, это такое пространство, в котором различные способы данности, да, различные способы отношения к миру, да, вот они представлены, как бы, и они представлены рядоположно. Именно благодаря сознанию мы вообще можем рассуждать о том, о соотношении, допустим, чувственного предмета, да, и мыслей. Вообще мы можем строить вот такие схемы. Как соотносятся мысли, чувственный предмет, как соотносится идея и вещь, да, вот вообще. Вот этот вопрос о соотношении идеи и вещи мы можем поставить только со стороны сознания, потому что мы берем нечто существенно различное, да, то, что как бы вообще никак не соотносится, потому что каждая способность соотносится со своим предметом, каждая способность живет в своей сфере, вот эта сфера мышления, это там сфера восприятия, и вроде бы казалось, что они никак соотноситься не могут, но они соотносятся с помощью сознания, именно сознание является той единой средой, помните, я рассказывал про то, как Кант объяснял, каким образом созерцание приводится к мышлению, то есть приводится к понятиям, каким образом образуется знание, да, там вот благодаря трансцендентальной схеме, так вот такой трансцендентальной схемой, да, является сознание, собственно, оно соотносит различные способности, различные данности в нечто, образует единое поле, вот это пространственное поле, в котором эти различные данности могут быть соотнесены. Именно поэтому объект представляет собой синтетичность в каком смысле? Что он синтезирует и предмет восприятия, то есть воспринимаем предмет, и предмет мышления, то есть тот, что есть мышление. То есть объект, он объединяет в себе и мышление, и восприятие, и фантазии. Иначе говоря, объект, он как бы синтетичен не только внутри одной способности, и не только внутри одного способа данности, способы данности может разделить как чувственный способ данности, скажем, и способ данности с помощью мышления, да? Но он как бы вообще объединяет все возможное, что может быть объединено, да? Именно поэтому вопрос о бытии, вот здесь вот сразу, если объект является вот синтетическим, в таком высшем смысле понятия синтеза, да, то именно вопрос о бытии ставится не с позиции мышления, а с позиции сознания. Вопрос о бытии. А бытии, он ставится с позиции сознания. Именно сознание ставит вопрос о бытии. Почему? Потому что именно сознание, каким образом оно вообще удерживает этот объект? Почему этот объект, почему сознание удерживает объект как нечто, как бы вот такое синтетическое, синкретическое, да, как бы вот, которое объединяет в себе данности многообразных разных способностей там. Да, потому что сознание опирается в своем отношении к миру на бытие. Вот именно оно знает различие между содержанием, да, чтойностью и чем-то, что мы называем бытие. Мышление это различие уже берет. Помните, я всегда говорю, что сознание есть сознание пространство отношений, пространство различий. Вот именно сознание
удерживает различие содержания мира и содержания, ну, например, мира, вещи, лучше говорить просто объекта, да, объекта и его бытие, сущности и бытие. Именно сознание различает все различия, которые существуют в мире, да, они удерживаются именно в сознании. Именно поэтому сознание удерживает понятие объект, потому что вот объект, он является не просто каким-то аспектом реальности, а он является как бы вот таким вот синтетическим, чем-то синтетическим. И поэтому ретроспективно мы говорим о том, что способ или способность, вот мы говорим о том, что способность, она выхватывает из объекта предмет. То есть предмет есть способ, каким способность из объекта вычленяет предмет. Но на самом деле это только мы говорим ретроспективно. Потому что никакого такого объекта, как бы, который заранее существует, нет, да. Потому что вот это вот, ну, говорить об этом, по крайней мере, является некорректно, да, ну, или требует, как бы, некоторого обоснования. Но мы можем говорить о том, на самом деле, что есть некоторые объекты, да, вот он как бы синтетически в сознании как бы образуется, да, он как бы, да, он синтетически образован. И мы можем говорить о том, что способность как бы высвечивает у этого объекта, как если бы он существовал, да, вот некую предметную область, да, некоторый аспект. Вот различие между предметом и сознанием, между предметом и объектом, да, и, соответственно, между способностями, например, между мышлением, восприятием и, соответственно, сознанием. То есть сознание не является никакой способностью, сознание является чем-то особым. Это особым пространством различений. В частности, оно как бы различает. Вообще различие вот субъекта и объекта, это опять же различие, которое дано внутри сознания, которое удерживает только сознание. И вот после таких определений давайте вернемся к тому, что мы понимали про субъекта. Да? То есть, собственно, проясним как бы вопрос субъекта и выясним, почему, когда я рисовал сознание, когда сознание направлено на объект, я рисовал почему-то не субъект, а сознание, да? Потому что в этом уже содержался некоторый вывод, который сам требует своего обоснования. Итак, еще раз, значит, у нас, вот мы рассматриваем сейчас вопрос о субъекте. Есть два способа данности субъекта. Субъект как активный субъект, да? Активный. Второй субъект как пассивный, да, то есть который как бы воспринимает. На самом деле это субъекты разные. Опять же, контекст разный. Их можно было бы объединять, как делает этот Кант, но в его объединении, опять же, получается, что объекты разные, да. Потому что здесь объект является вещью в себе, и как бы субъект активный направлен на вещь в себе, образуется явление, и уже явление постигает субъект 2. То есть вот это вот различие предметов указывает на то, что ну, каждому предмету тоже со свой субъект, соответственно, что и субъекты различные, да. И мы говорили о том, что субъект один как активный, он не дан. То есть, можно вот этот вот субъект один как причина, да, или источник актов, его просто элиминировать, потому что это представление о том, что не дано, точно так же, как и вещи в себе, да, оно, если мы занимаемся онтологией, да, я сейчас как бы всю говорю только об онтологии. Если мы занимаемся онтологией, то представление о таком субъекте, который не дан, оно не нужно. Субъект в онтологии, вот как нужно писать. То иначе будет непонятно, что вообще я такое говорю. Потому что, конечно же, мы когда разговариваем о субъекте, мы, естественно, в этот субъект, как причину или субъекта актов, обязательно вводим. Почему? Потому что это одна из возможностей, мы должны все возможности исследовать. Да, вот мы говорим о субъекте онтологии. Если мы говорим о субъекте онтологии, то этот субъект элиминируется. Элиминируется потому, что он просто не дан. Если он не дан, он не нужен. Ну, другое возражение такому субъекту состоит в том, что даже если это представление о субъекте как источнике актов вводить, то тем не менее получается, что каждому акту соответствует свой субъект, и этот субъект разваливается на некоторую множественность. И опять же, он либо не дан, а либо множественен. Да? И то, и другое является причиной для того, чтобы его элиминировать. У нас остается субъект 2. Как его понимать? Мы говорили о том, что субъект 2 не может быть причиной мышления, причины сознания, причиной или источником
Действительно, почему? Потому что сознание, если субъект 2 является причиной или источником сознания, у нас опять же возникает исходная картинка. А иначе говоря, тогда получается, что субъект 2, он как бы совершает акты какие-то, совершает акты сознания, направленные на объект. То есть у нас повторяется первая картинка, да? Первая картинка, но только в данном случае уже субъект 2 как бы, да, потому что он сам о себе может свидетельствовать, да? Но сознание превращается в некую способность. Если сознание превращается в некую способность, тогда должен быть предмет, который этой способности соответствует. Такого предмета не находится, мы об этом говорили уже, но поскольку сознание на самом деле, для сознания является всякий предмет, всякий предмет любой способности может стать объектом его внимания, да, то тогда сознание элиминируется к мышлению. Собственно, вот такой переход, он совершен в классической философии. А в классической философии, ну, естественно, как бы классическая философия не рассуждает так, как я рассуждаю, да, просто мы пытаемся сейчас двигаться более-менее логически строго, да, пытаемся каждую возможность поварьировать, да, поисследовать. Вот, мы теперь исследуем следующую возможность. Допустим, пусть субъект 2 причина или источник. Или источник сознания. Тогда возникает, что тогда сознание редуцируется к мышлению. Да? И, собственно, возникает классическая философия. Здесь еще следует добавить, вот мы говорим, отсюда следует, либо, на самом деле, не так, нельзя так просто сказать, что сознание равно мышлению. Это вот одна из возможностей. А вторая возможность, сознание не различено с субъектом 2. Иначе говоря, когда мы говорим, что субъект 2 совершает акты сознания, либо сознание относится к самому субъекту, да, и составляет его часть, да, как бы вот мы говорим, что сознание и субъект 2 не различено. Но тогда как бы тогда становится задачей их различения. Да? Либо сознание как бы является только способностью, да, как бы мы отделяем субъект, он становится индифферентным субъектом. Который имеет способность. Сознание тогда как способность, поскольку у него предмета своего нет, оно как бы схлопывается с мышлением. Вот две таких возможности. Так вот, теперь как раз, когда мы говорим о второй возможности, да, мы как раз указываем на то, что если сознание, если мы хотим на самом деле все-таки настоять на том, что сознание и мышление это разное, а феноменологически это разное, потому что вот здесь вот теряется вся феноменология сознания, которой мы долго занимались. Если мы хотим сохранить сознание, то мы должны говорить о том, что субъект 2 не может быть причиной сознания. Ну, собственно, это как бы, вообще говоря, опытный факт. Да? Вообще говоря, феноменологический факт. Феноменологический факт, что сознание не имеет причину в виде какого-то субъекта. То есть, надо было бы сказать так, что если нет сознания, то нет и субъекта. Да? Поэтому на самом деле, говорить о том, что субъект 2 является причиной сознания, или это причиной источника сознания, нельзя. Поэтому возникает другая ситуация. А именно, что ситуация выбора. Мы должны вот в этом ситуации неразличения, не помните, неразличения, неразличенность. Субъекта и сознание сделать выбор либо мы должны оставить субъекта и полностью как бы сознание куда-нибудь элиминировать. То есть как бы сознание должно быть куда-нибудь элиминировано. Например, оно может стать мышлением, да? Либо оставить сознание. И тогда надо субъекта 2
Вот это вот, когда я говорю элиминировать, имеется в виду терминологически, да, как-то к чему-то свести. И тогда субъект 2 должен быть куда-то сведен. Куда он может быть сведен? Он может быть только сведен к тому, что субъект 2 и сознание одно, это одно и то же. Как это выглядит? Давайте разберем второе, как это выглядит терминологически. Вот я говорил о том, что есть такая словесная игра, да, когда, это когда мы говорим, что молния сверкает. На эту игру указывает Ницше. О чем идет речь? Речь идет о том, что некоторый феномен молнии, он взят один раз как субъект, и второй раз взят как действие этого субъекта. То есть один раз взят как субъект, а второй как акты или действие этого субъекта, да? Как деятельность этого субъекта. То есть молния сверкает, буквально означает, что молния действует как молния. Да? Так вот, поскольку мы в принципе не можем избежать такого использования языка, поскольку всякий язык от нас в принципе требует всегда говорить подлежащее и сказуемое, причем сказуемое это всегда некоторое действие подлежащее, то мы вынуждены постоянно говорить о том, что как бы у сознания, когда мы говорим, если мы говорим о том, что сознание есть действие, мы всегда говорим о том, что сознание есть некое действие или деятельность, то мы должны указывать на том, собственно, какого субъекта это деятельность. Да, если мы говорим о том, что сознание деятельность, вот сознание деятельность, да, или действие. То тогда мы должны указать, что это действие или деятельность. Да? И это просто требует язык. Мы как нам выражаться? И мы должны были бы сказать так. Сознание сознает. И один раз взять сознание как субъект, да, как тот, кто действует. Тот, кто, да, кто действует. А другой раз как деятельность этого того, кто. Ну, то есть, на самом деле, мы говорим масло масляное, потому что есть один феномен сознания. Так, феномен сознания, он один. Точно так же, как и, собственно, и феномен молнии, да, вот есть некий единый феномен молнии, мы говорим, молния сверкает. Есть единый феномен сознания, мы говорим, сознание сознает. Ну, конечно, мы когда говорим так, мы хотим поправиться, сказать, что субъект сознает. Но если мы говорим о том, что субъект и сознание это одно и то же, то вот это вот сознание сознает, вот это такое масло масляное, мы, в принципе, вынуждены использовать, да, для того, чтобы вообще пользоваться языком. Потому что сознание, как бы, оно одновременно и деятельность, и субъект этой деятельности, да. И вот мы, как бы, теперь считаем, что вот такое вот словоупотребление, это некая хитрость философская, да, для того, чтобы избежать неточности. И теперь мы говорим о том, что действительно сознание сознает. Сознание есть одновременно и субъект, и, как бы, и деятельность этого субъекта. Но на самом деле этого различения нет. То есть сознание и есть единый феномен, который одновременно как бы вот и деятельность, и субъект. Да? А каким образом выступает единый феномен? Мы говорили о том, что сознание есть пространство различения, оно внутри себя различено. Да? Пространство различений, пространство отношений. Просто пространство различений не совсем точно, потому что восприятие есть тоже пространство различений. Мы говорили о том, что оно пространство точек. Потому что есть два пространства различий. Да? Одно пространство восприятия, которое мы назвали пространство точек, а другое пространство... Это пространство отношений, которое является пространством сознания. И вот, когда мы говорим вот уже о таком субъекте, да, когда мы говорим о том, что сознание является субъектом, то вот этот субъект, да, уже является субъектом онтологии. Но, собственно, он-то уже является тем самым субъектом, которого в онтологии нет. Да, который... Почему онтология бессубъектна? Давайте еще раз как бы проясним вопрос... с историко-философской стороны. Вот Аристотель развивает онтологию без субъекта. И в принципе, как бы для него такое развитие является естественным. И вообще, всякий раз, когда мы говорим об онтологии, мы как бы естественным образом развиваем эту онтологию без субъекта. Зачем нужен в онтологии субъект? Но после Канта, который свел всякий вопрос онтологии, гносеологии,
Каким образом? Вот благодаря своему и знаменитому Коперниковскому перевороту. Потому что, видите ли, теперь получается, что сами предметы мира должны сообразовываться с нашими познавательными способностями. Да? И благодаря такому сдвигу, благодаря тому, что как бы теперь все приведено к некоторому субъекту, субъект стал конституирующим субъектом. То есть он не просто стал субъектом постигающим, да, а конституирующим. А раз он стал конституирующим, то, собственно, онтология конституируется в гносеологии. Да? И теперь возникает задача вернуть онтологии свой статус. Эту задачу занимался, в частности, допустим, Хайдеггер. Вот Хайдеггер первым вернул как бы вот вопрос о бытии, да? Он опять его заново поставил. Он говорил о том, что вопрос о бытии, то есть тот вопрос, который я говорил, относится, собственно, не к мышлению, а к сознанию, да, вот он как бы заново должен быть поставлен. Он этого вот вопроса бытия ушел в забвение благодаря вот классической метафизике, да, его надо поставить заново. Что это означает? Это вот означает вернуть онтологии свой статус, да, вернуть его из плена, если так можно выразиться, гносеологии. Для этого надо проделать некоторую работу. Для этого надо вот совершить вот этот переход к этой онтологии без субъекта. Но совершить мы его не можем просто сделать, отбросив как бы полностью философию Канта. Мы должны совершить это критически, да, мы должны изойти из некоторой предпосылки и двигаться в сторону вот этой онтологии. Вот мы сейчас это как попробуем это сделать как бы пока в кратком обрисе, да, опять же, историко-философском. Вот, критика метафизики. Как эту критику нам нужно осуществлять? В чем вообще, как я думаю, как мне видится, состоит основная проблема классической философии? Дело в том, что классическая философия базируется на неком всеобщем субъекте. Вот есть понимание некого всеобщий субъект. Вот в классической философии есть вот нечто, что называется всеобщий субъект. Это термин Гегеля, да? Философии Канта – это трансцендентальный субъект. Я иногда этот субъект называю метафизическим субъектом. Это все как бы термины одного порядка. И они противоположны другому термину, да? Это эмпирический субъект, это термин Канта. Трансцендентальный субъект – это Кант. Эмпирический субъект – это Кант. Да, вот как бы эмпирический субъект противоположен трансцендентальному субъекту. Всеобщему субъекту противоположен единичный субъект. Опять же, это все термины рядоположные. Это Гегель. Ну и я называл такой субъект психологический субъект. Логический субъект. Ну, собственно, это и есть я, да? Я переживающий. Вот есть такое кардинальное различие, и в классической немецкой философии вот представлен, вообще есть такое понятие, как всеобщий субъект. Трансцендентальный субъект и метафизический субъект. Введение этого субъекта никак не обосновывается. Оно обосновывается единственным способом, что существует знание, да, что знание является чем-то всеобщим и необходимым, да, и вот это всеобщее необходимое знание требует введения некого всеобщего необходимого там, всеобщего субъекта, который это знание удерживает, да, который как бы вот в своем познании мира, да, относится к миру не как какой-то частный эмпирический субъект. Эмпирический субъект, он может ошибаться, эмпирический субъект может капризничать, эмпирический субъект может, например, совершать логические ошибки, а вот этот всеобщий субъект, это научный субъект, да, вот как субъект, взятый со своей всеобщей стороны, да, как не ошибающийся, как логический
логически последовательные, как вот трансцендентальный субъект, как это некие необходимые условия возможности опыта вообще. Да, и вот такой субъект как бы является необходимой предпосылкой классической философии. Откуда такая необходимая предпосылка взялась? Ведь фактически мы теперь ставим под вопрос существования такого субъекта. И постклассическая философия, она вот в существовании, я об этом тоже делал доклады, уже она существование такого всеобщего субъекта поставила под вопрос, а существует ли вообще такое понятие, как всеобщий субъект? Конечно, потому что любой субъект, который постклассическая философия признает как субъект, она вот находится вот здесь, да, это некое нечто живое. То есть эмпирический субъект, вот этический субъект, вот это живой субъект, да, настоящий. Каждый из нас является таким субъектом, живой. Ну, мы сейчас здесь не обсуждаем, как бы, вот есть еще такое понятие, как эгрегор, да, или понятие, там, скажем, народ, нация, государство, да, там, и, в принципе, это тоже некие живые субъекты, потому что это субъекты агрегарного типа, да, это субъекты, в которых собраны многие живые субъекты, и как многие живые субъекты, они не образуют никакого общества. Мы пока такие субъекты не обсуждаем, тем не менее, и такие субъекты тоже противопостоят всеобщим субъектам, потому что здесь всеобщий субъект понимается как понятие. Вот этот всеобщий субъект, есть некий субъект понятия, да, субъект понятия. Он одновременно является и активным, да, активным как субъект, и в то же время является понятием, он является как бы научным субъектом, да. Это субъект, как он выглядит, если брать нашу активность, нашу субъективную активность познавания, как некую, со стороны научного интереса, да, как бы вот эту активность взять, как взять субъекта, познающего в своих существенных отношениях, в своих существенных взаимоотношениях с миром, да, и представить в виде субъекта понятия. А именно из этого субъекта понятия возникает философия Гегеля, как движение понятия, потому что вот этот субъект понятия, собственно, он является одновременно активным, да, и является понятием. Вот это некое активное, возникает некое активное понятие, субъект понятия, да, которое движется, да, как бы вот это вот в этом движении, оно образует, ну, представляет собой как бы вот это самодвижущееся понятие. Вообще, откуда в классической философии возникает разговор о всеобщем субъекте? Это вот теперь как бы важная тема. Просто дело в том, что классическая философия опирается на представление об абсолютном субъекте. И в философии Канта, и в философии Гегеля присутствует абсолютный субъект. Ну, то, что в богословии называется Бог. Что это означает? Это означает, что если у нас есть представление об абсолютном субъекте, если взаимоотношения, если субъект, объект и отношения пронизывают весь мир, да, весь мир, даже сверх этого мира, да, потому что абсолютный субъект соотносится с миром, то есть Бог относится к миру, да, вот это отношение Бога и мира, это тоже есть один из частных представлений субъект-объектного отношения. Если субъект охватывает весь мир, как бы, и он весь горизонт возможностей, да, сверху донизу, да, если субъектность есть пронизывающая составляющая мира. Субъектность – это пронизывающая составляющая мира. То тогда мы должны даже в развитии того, что представляет собой наука, всегда указывать на этот субъект. Да? Мы везде и всегда должны указывать для кого, какой субъект. Для какого субъекта происходит нечто? Кто свидетельствует это? Да вот представление о субъекте тогда является существенным, даже в экспликации науки. То есть, иначе говоря, вот это вот требование настаивания на субъекте, я вот когда говорил про выбор, да, был выбор такой, либо мы настаиваем на субъекте, либо мы отказываемся от субъекта, да, и переходим к такой вещи, как сознание. Да? И тогда с позиции сознания мы уже прозреваем вот эту бессубъектную онтологию. И вот в этом выборе, как бы, классическая философия, она опирается на субъект потому, что в принципе, как бы, субъект есть нечто существенное, она пронизывает всю реальность, да, в том числе и трансцендентальную реальность, то есть за пределами реальности, даже это как бы Бог или абсолютный субъект, он указывает на то, что субъект есть нечто существенное, его нельзя элиминировать. Именно поэтому, как бы, классическая философия вводит всеобщего субъекта. Но это
я показал необходимость введения всеобщего субъекта со стороны историко-философских интуиций. А давайте теперь к этому же вопросу подойдем со стороны логических интуиций. Да? Я тоже об этом рассказывал. Дело в том, что как мы понимаем всеобщность? Всеобщность мы понимаем в трех смыслах. Первый смысл – это всеобщность сознания. Второй смысл – это всеобщность понятия. А третий смысл – всеобщность, всеобщность социальных целых. Да, ну там это имеется в виду, например, там народ, ну там семья прежде всего, конечно, народ, государство, да. А еще у меня была всеобщность родов и видов. Вот четыре способа понимания того, что представляет собой всеобщность. Классическая философия в лице Гегеля все это свело к одной. Гегель. Просто всеобщность. Она посчитала, что различие всеобщности вот в этих четырех аспектах несущественно. На самом деле, именно благодаря этому у Гегеля и получился его логицизм, да? Потому что фактически, благодаря тому, что вот эти различные аспекты всеобщности сведены к одной всеобщности, а всеобщность как таковая была сведена к всеобщности мышления, ну, тут все мышление или понятие. И тем самым как бы все было сведено к логике. Именно вот это, в этом состоит основная претензия Гегеля. Да? И каким образом образуется его логицизм? Именно отсюда. Именно вот не в отказе от различения вот этих видов всеобщества. На самом деле всеобщность сознания и всеобщность понятия уже различает Кант. И это, и от этого различия как раз это различие Гегель элиминирует, он как бы это различие, но он его видит, но просто в такой, это я сейчас как бы не хотел просто на этом останавливаться, это отдельный разговор. Но суть вопроса состоит в том, что такое всеобщность понятия. Давайте, вот нам на самом деле существенно в данном вопросе вот различие вот этих двух всеобщностей. Да? Вот. Что такое всеобщность сознания? Сознание, мы говорили о том, что сознание стоит во времени. Стоит во времени. Ну просто потому, что сознание есть некое пространство. Да? Другими терминами можно сказать о том, что сознание сохраняет себя во времени. Себя во времени. На самом деле, вот это вот отношение ко времени, что сознание находится, если смотреть вопрос изнутри, феноменологически, что сознание находится вне времени, это вот как бы существенная характеристика самого сознания. Но если сознание стоит во времени, если оно сохраняется во времени, то все остальное, к чему сознание относится, да, все, что является относительно сознания, оно, опять же, разделяется на два. То, что вместе с сознанием остановилось, да, вот как бы все остальное, оно расслаивается на два. На то, что также стоит вместе с сознанием. Но то, что относительно сознания стоит, то точно так же стоит во времени, да? То, что сознание стоит во времени, и вместе с ним что-то, нечто другое тоже стоит во времени. И на то, что во времени, и то, что движется относительно сознания. Движется. Движется относительно сознания. Ну и значит, значит, во времени. Мы говорили о том, что мы когда исследовали, я говорил о том, что этим движущим является, например, переживание. Да? Но на самом деле, как бы даже в сфере восприятия мы видим многообразные движения, которые происходят. Да? Как бы нечто стоит, а нечто движется. То, что стоит, что сохраняется вместе с сознанием, представляет для нас вещи, мы говорили. Да? А то, что движется, как бы, вот это является изменением этих вещей, либо как бы там это, взаимодействием этих вещей. И отсюда что следовало? Отсюда следовало о том, что всеобщность сознания есть нечто отличное от всеобщности понятия. В чем состоит всеобщность понятия? Всеобщность понятия состоит в том, что понятие или мысль,
понятие или мы понятие, оно что делает? Оно как бы устанавливает взаимоотношения между мыслью, да, некой общностью. Понятие, оно как бы есть некая общность, да, вот как вот есть объем понятия, да, в этот объем понятия входят какие-то вот отдельные содержания, отдельные предметы, которые входят в содержание понятия, да, то есть понятие устанавливает общность между как бы чем-то единичным, да, и чем-то как бы вот то, что выражено в смысле. То есть смысл есть какой-то аспект, да, или какая-то, ну, как категория, допустим, да, категория выделяет какой-то аспект, да, и относительно этого аспекта всю единичность как бы вот она классифицирует. И это совсем другая всеобщность и всеобщность сознания. Сознание просто стоит во времени, оно сохраняет себя во времени. И тем самым как бы сохраняется все, что относительно этого сознания, как бы все, что с этим сознанием связано. Допустим, если есть сознание, направлено на предмет и сохраняет свое отношение с этим предметом, то этот предмет точно так же сохраняется, как и сознание. Да? То есть всеобщность есть, иначе говоря, всеобщность вещей. Чего мы добиваемся таким различием? Есть всеобщность вещей, всеобщность вещей, и она не сводима к всеобщности понятий. А есть всеобщность понятий. Иначе говоря, получилось так, что вот понятий или смыслов, а тут чувств вещей, чувственных данных, смыслов. И благодаря вот этому различию как раз и возникло то, что мы назвали поворот к языку, да? Потому что из этого образуется как бы возможность языка. Как язык образуется? Язык, вот есть такая структура двухслойная, да? С одной стороны, вот где есть вещи, а с другой, где есть смысл. И вот это вот взаимоотношение двух слоев и образует, собственно, язык. И точно так же устроен мир, да? И теперь, возвращаясь к сознанию, понимая, что есть всеобщность сознания, да? У нас есть две всеобщности. Есть всеобщность сознания, да? И всеобщность субъекта. Мы понимаем, на самом деле, что вот эта всеобщность субъекта, а это есть нечто, что требуется элиминировать. Потому что это всеобщность субъекта есть нечто, что иное, как всеобщность понятия. Да, но всеобщность понятия, она и так есть, безотносительно всеобщность субъекта. И, собственно, существенно, что этого всеобщность субъекта является, то, что это всеобщность сознания у Гегеля, она редуцирована к всеобщности субъекта. Гегель ее редуцирует сюда, как всеобщность субъекта. У нас получается, что вот из этого различия существенным является только всеобщность сознания. И вообще получается, что вообще возможность говорить о всеобщем субъекте есть на самом деле не что иное, как существенное всеобщность сознания. Вот это вот то, что мы говорим, вот это вот всеобщность сознания, это и есть, собственно, то, что понимали Гегель понимал под всеобщность субъекта. То, что это всеобщность сознания, она и есть как бы всеобщность субъекта, но всеобщность субъекта всякий раз сводила нас именно к субъекту, да, а всеобщность сознания нас не сводит к субъекту. Всеобщее сознание, это вот я и как говорил, есть некая пространственность. Да? Потому что тут вот во всеобщности субъекта есть некоторая ущербность, потому что субъект всегда требует объекта. Да? И вот у Гегеля постоянно возникала картина субъекта-объектного различия. И он ее никак не мог преодолеть. Он утверждал, что вот где-то на высших ступенях феноменологии духа, да, на высших ступенях философии, да, допустим, науки логики, можно будет вот это вот элиминировать к чему-то одному. Да? Но на самом деле оно не удается, да, потому что у него везде возникает двоица. А почему? Потому что у нее изначально всеобщим является именно субъект. Да, тот вот некий самодвижение понятия. Но оно удается в том смысле, что этот всеобщий субъект, вот он как движется? Этот всеобщий субъект движется, всеобщий субъект у Гегеля движется вверх и достигает абсолютного субъекта. Или абсолютного духа. Иначе говоря, между всеобщим субъектом и абсолютным субъектом нету принципиального прыжка, да, нету границы, да, как бы всеобщий субъект в своем движении достигает абсолютного субъекта. И поэтому, как бы вот это одно, которым
Гегель сводил, оно как раз соответствовало тому, что представляет собой всеобщий субъект, да, потому что вот этот объект, он просто втягивался во всеобщность субъекта, да, и превращался просто абсолютным субъектом. Но когда мы отказываемся от абсолютного субъекта, мы тем самым отказываемся от всеобщего субъекта, да, просто он нам не нужен, потому что это некая односторонность. У нас образуется некое всеобщее сознание, да, и вот это всеобщее сознание, оно уже не является субъектом. То есть, как надо говорить? Надо говорить так, что субъектность, она в этом всеобщем сознании существует, но она существует как момент этого всеобщего сознания, да, как нечто внутри этого сознания, если так можно выразиться. Потому что мы говорили о том, что вот это вот сознание, оно само себя свидетельствует. Да? Это вот некоторая сфера сознания, которая представляет собой некую пространственность отношений. Внутри этой пространственности отношений, собственно, мы как бы выстраиваем всю онтологию. И вот эта вот онтология, которая внутри отношений, она просто не требует никакого субъекта. Потому что само различие моментов, вот это 1 и 2, да, там, 3, 4, там, вот это самые различные моменты, и есть свидетельствование этих моментов. То есть, зачем нам вообще нужен был субъект? Мы говорили о том, что этот субъект есть субъект как свидетель. Но если мы говорим о всеобщем сознании, да, вот всеобщее сознание – это и есть собственно сознание. Потому что сознание сохраняется и во время. Всеобщее сознание – это и есть сознание. Оно сохраняет себя во времени. Просто всеобщность сознания, сознание само по себе не есть некое всеобщее. Но всеобщее оно в другом смысле, чем всеобщность понятия, как я указывал на то, что оно просто сохраняет себя во времени. И вот это вот всеобщее сознание является некой пространственностью, в которой представлены различия. Там в заключение несколько слов о том, что представляет собой сознание, да, вот в этой бессубъектной онтологии. Вот мы рисуем сферу сознания. И мы говорим о том, что само сознание свидетельствует о самом себе. Каким способом? Вот внутри сознания есть некий фокус и периферия. И фокус, и периферия даны в сознании, да? И то, и другое сознается. Но фокус является некой интенсивным отношением, да, вот этот фокус. Это фокус внимания. Внимание. Он является интенсивным отношением. Мы говорим о том, что надо сосредоточить внимание, да? Или мы говорим о том, что внимание ослабло или усилилось, да? Вот здесь есть некая интенсивность, да? Больше-меньше. Больше-меньше. Иначе говоря, вот этот фокус есть как бы вот то, что, можно сказать, о концентрации сознания. И периферия. Периферия есть место, куда этот фокус может передвинуться в любой момент. То есть фокус как бы можно сдвинуть, как бы, да? Это, иначе говоря, это пространство однородное. Однородное. И поэтому мы говорили о том, что вот этот фокус, или иначе, это внимание, да? Это активная часть сознания, а вот это вот пассивная часть, да? Пассивная часть, как вместилище. Вот сознание у нас разделено на две части, да, активную составляющую и пассивную. И, собственно, как бы вот это вот взаимоотношение активного сознания и пассивного, да, вот их взаимоотношения и есть, собственно, то, что мы понимаем как самосознание, то, что мы понимаем как рефлексии и прочие способы взаимоотношения с самим собой, самосвидетельствование, да. И это происходит только потому, что как бы на самом деле и периферия, и фокус существуют одновременно. И вот это вот внимание, на самом деле, если брать этот разговор в других терминах, в терминах действия, это внимание есть то, что вот мне видится как воля. Ну, воля это есть внимание в действии. Как это надо понимать? Вот есть некая, опять же, сфера возможного действия. И, собственно, внимание в этом действии, да, вот фокус, который мы удерживаем, внимание, это и есть воля. Иначе говоря, действие и вот такие различные структуры, структура действия и структура сознания, она как бы вот подобная, да, вот и то, что в действии называется волей, в структуре, в сфере сознания называется внимание.
Вот это я просто хотел добавить для того, чтобы прояснить как бы вопрос, да, что такое, как мы понимаем сейчас сознание, и что такое воля. Да, вот воля одно, то, что в фокусе находится, оно усиливает, да, и дает возможность состояться, а то, что находится в периферии, оно просто подавляет. Вот это называется воля. То есть воля есть удержание внимания. Именно поэтому воля действует именно как вот нечто интенсивное, да, то есть что мы можем как бы напрягаться, вроде как бы делать больше или меньше воли, концентрировать свою волю, да, как бы как злобу там или что-то в этом роде, а можем как бы вот ее расслаблять, и тогда мы как бы безвольны, как бы в неком пассиве находимся. Ну все, спасибо.